Всем привет! В этом видео я поделюсь идеей, как приготовить тортик или пирожное в виде подарочной коробочки. Если вам интересно, смотрите дальше. Чтобы приготовить коробочку, нам надо или взять коробочку, порезать бока или распечатать шаблон для коробочки. Берем этот шаблон, ставим на подложку для торта. Вот с одной стороны подложка блестящая, а с другой стороны она картоновая. Ставим этот шаблон, карандашом отмечаем. Нарисовали вот этот шаблон для коробочки. И потом очень аккуратно, ровно вырезаем. Далее с этой стороны, где картон, не блестящая сторона, а вот картоновая, нам надо сделать надрезы. Я вначале карандашом прохожусь, отмечаю. Этот картон состоит из слоев, и нам надо сделать только надрез с одной стороны, не дорезая до конца. С этой стороны у нас надрез, а со второй стороны, там где блестящая, там он держится, там мы не прорезали. Потом надо согнуть эти места, и у нас получается уже коробочка. Берем скотч и приклеиваем, чтобы коробочка держалась очень аккуратно, не спеша, чтобы все было ровно. Нам надо как бы закрепить эти места скотчем, чтобы шоколад не мог вытекать. Вот у нас подготовленная такая форма. Берем шоколад. Можно брать темперированный, можно брать нетемперированный. Разница только такая, что нетемперированный будет мягкий и будет таять в руках. Но из коробочки можно достать как темперированный, так и нетемперированный шоколад. Если вы шоколад не темперируете, тогда лучше делать слой потолще. По бокам обычно получается более тонкий слой, и тогда можно еще дополнительно кисточкой бока промазать и сделать потолще. Когда шоколад застыл, извлекаем шоколадную коробочку из этой формочки. Можно поставить на пару минут в
в холодильник или в морозилку. Снимаем скотч, который держит бока, и аккуратно отсоединяем картон от шоколада. Отходит очень хорошо даже не темперированный шоколад. Картоновую форму мы можем использовать не только один раз. Опять склеиваем бока скотчем и наливаем шоколад. Сейчас надо приготовить крышечку для коробочки. Тут я налила шоколад, он у меня уже застыл. Сверху насыпаю вафельные шарики. Вместо вафельных шариков можно добавить любую другую начинку. И орехи, и, к примеру, даже карамель. Достаем крышечку, равняем края. Далее в нашу коробочку надо добавить начинку – бисквит и крем. У меня тут бисквит «Красный бархат». Я его перемолола в крошку. Так же самое можно просто испечь нужного размера бисквиты, вырезать. Но в то же время, если у вас есть какие-нибудь обрезки бисквита, можно наполнять с крошкой. Просто эту крошку потом утрамбовать, чтобы она более... лучше держалась вместе. Сверху кладу крем, сливки с маскарпоне и сахарной пудрой. И так наполняю коробочку. Это у меня шоколадная ткань. Как ее приготовить, у меня уже есть видео на канале. Ссылку оставлю в описании. И вот такая шоколадная ткань очень хорошо подойдет к такому тортику. Из этой же ткани я сделала бантик для крышечки, отрезала такие полоски и приклеила. Друг к другу приклеиваю с этой же смесью шоколадной массой для ткани, подогрела. И пока она еще вот горячая, примерно 50 градусов, кисточкой наношу на элементы, и они очень хорошо между собой склеиваются. Тут у меня приготовлена белая коробочка. Этот вариант я покрыла черным велюром. На крышечку я поставила картинку, которую распечатала на шокотрансферной бумаге. И в итоге у нас получается
Вот такая уникальная, красивая, необычная коробочка. Оригинальный подарок. Красиво, интересно и вкусно. Все элементы тут съедобны. Такую подарочную коробочку может приготовить каждый дома. Тут не надо никакие специальные формы. Форму мы делаем сами. Размер коробочки тоже мы можем делать любой. Коробочку можно сделать маленькое пирожное, можно сделать большой тортик. Так как сердечко я покрасила неоновыми красителями, то при ультрафиолетовом свете оно светится. Второй вариант: под сердечком спрятала диод, и в темноте тоже очень интересно мигает. Под сердечком можно спрятать какой-нибудь подарок. Или, может, к сердечку можно добавить какую-нибудь надпись. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Чтобы создать такой необыкновенный подарок, нам не надо никаких дорогих форм, просто желание, немного времени. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!